на канал, но наконец-таки появился канал «Любовь». Ученые выяснили, что русалки лучше всего ловятся на маяка, а космонавтами становятся те, кто в детстве ел зубную пасту. Итак, какое шоу на канале «Любой»? Итак, здравствуйте, здравствуйте! А теперь звоните и угадывайте это сложнейшее слово, которое мне сейчас вынесут. Вот оно и подсказка. Это есть сами. Звоните, звоните. Здравствуйте. Я думаю, это H2O. Ответ неверный. Звоните, звоните дальше. Здравствуйте. Думаю, это я. С чего вы взяли? Ну, я сейчас плаваю в Сайме. Здесь больше никого нет. Смотрите глубже. Здравствуйте. Я думаю, это МОЗ. Ура! Ну, хоть у кого-нибудь работает картинка, но ответ неверный. Здравствуйте, я посмотрел глубже. Это, думаю, сум. А вот и нет, просто вы не видите всей картинки. А так как время нашей передачи подходит к концу, кто выиграл? Я, потому что москвич. Чей? Мой. И Рафаэль Аганда, и Микаса, и Рафаэль. Я решила проверить, а ты же моя коллега. Я принесла к ней зеркальце, но она в нем не отражается. Ха-ха-ха. Тише, слышишь? Что? На самом деле ничего, меня просто бесит, как ты разговариваешь. Здравствуйте, это канал «Любой». И мы единственный канал, который оторван от информации. Итак, сенсации за последние 500 веков. У Адама треснуло ребро. Моисей таки нашел землю. Это были новости на канале «Любой». Вам не интересно? Ну, нам тоже. А сейчас наш агент под прикрытием Антон попытается выяснить, о чем же говорят девушки. Привет. Привет. А как тебя зовут? Антон. Антонина. Ой, девчонки, а пойдемте фильм посмотрим. «Сумерки», «Терминатор». А давайте, я не могу это смотреть. Бармен, включи, пожалуйста, футбол или «Терминатор». Хотя бы чуть меня послушать. А представляете, Вовка вчера Людьку на красном БМВ подвозил. БМВ, это же шестицилиндровый двигатель. С полный привод, X-Drive, да. А красненькая? Да, красненькая. Как же мне сейчас затяжки-то не хватает, а? Антонина, а это что это у тебя, кадык? А нет, это я колечко проглотила. Антонин, а где твой ключ? И ты надо мной издеваешься! Да у меня даже парня из-за этого нет! Слава богу! Ладно, девчонки, давайте лучше за знакомство шампанского выпьем! А давайте, бармен, налей мне туда водочки, пожалуйста! Ой, что-то я не хмелею! А я тоже! Бармен! Налей мне туда водки, я реально не хмелею. А пока, девочки. Пока! Ну, наконец-таки ушел. Меня уже добивают этих фиф изображать. Пойдем лучше в пив-бар, а? И Рафаэль Аганда, Эми Каса. Канал «Любой» наших журналистов подают с переходом. Поэтому не стесняйтесь, кидай туда мелочи. Эльвирочка, тебе не кажется, что с таким-то именем место на панели, а меню задач компьютера. Хотя нет, просто на панели. Наташечка, видела вчера, парень приносил тебе цветы. Ты наконец-то сдохла. А это канал «Любой». И у нас сейчас пресс-конференция с Евгением Плющенко перед Олимпиадой в Ванкувере. Положу. На тот звонок. Путин позвонил. Давай.
петь. Танцевать. Редко шутим. Но у нас есть один плюс. Мы умеем просить. Поэтому, уважаемая Шуриева,